Привет, друзья, воскресенье. Вот тут вчера я плыл, сегодня совсем другая погода, но небо такое, что может все измениться в любой момент. Сейчас будет оффроуд опять, какой-то нескончаемый у нас оффроуд. В общем, вот это известная машина, сейчас заправились. Витя уже поменял грибок, поломанный вчера, передний один. Сейчас будет оффроуд. В общем, друзья, чем мы ближе к танковой, тем тучи сгущаются сильнее. Без дождя и сегодня не будет, я думаю. Так, Витя пошел уже в оффроуд, а мы сейчас припаркуемся и присоединимся к нему. Посмотрите, какие лужи здесь. Вот мы уже на старте. Там вон лужа какая, тут просто был потоп какой-то всемирный, судя по тому, что происходит. В этом месте всегда сухо, но сегодня мокро везде просто. Да, тут обычно луж нету, тут такой грунт попроще. А там люди уже катаются. Давай! Интересно, оффроуд начинается. Помощь близко. Так, подписчик тут наш поехал. Серега, отойди дальше лучше. То это, ты знаешь, такие опасные пилоты, что один, что другой. Особенно вот тот, которого дергают, да? Дерганый. Дерганый. Новый ник ему придумали. А что делаем? Ну заводим вообще, ты что делал? Ты просто катаешься? Давай вперед, да. Так, вот известный джипер приехал. Это очень жесткий. Что-то намечается сегодня. Что-то грандиозное, слышишь, это вообще. Заводись! Или он так и будет кататься за ним? Да, это знакомая ситуация. Завелись. Так, экшен продолжается. Да, Леня поехал там. Сейчас приедет. Нормально. Нормально. Получается так. Так, Люня уже с нами. Да нет, вроде на всех. Леня уже нашел оффроуд сразу. Да, что-то одно не крутит, да, переднее? Передняя левая не работает. Просто хаб не включен был. Леня включил. Не, Леня едет нормально. Пошла жара. Спускает колеса, поехали. Давай, мы медленно вперед едем, Жень. Пошла движуха. Посмотри, как сиденье дребезжит, ему даже сиденью страшно, ты видишь? Так, серьезный. Витя, осторожно, чтобы не застрять. Так, Леня здесь. Нива с нами, стоковая. Стоковый Шевроле Нива. Я бы сейчас поехал на Ниве.
Да? Ну да. Давай поменяемся, иди на Неве едь. Да вот боюсь, что человек скажет, да не, ведь я видел, как ты ездишь у Руслана на канале. О! Андрей уже пошел. Андрюха уже погрузился. Ну после вчерашнего, конечно, тут должно быть очень ярко сейчас. Женя! Смотри, Нива что творит, вообще жестко. Жень, чтобы меньше я тебя тягал или что-либо, перед каждой лужей, во-первых, старайся себя брать левее, а лучше спросить совет, потому что мы ее знаем, что ты... Тут оффроуд. Оффроуд даже на асфальте рядом. Все, помчали. Так, Ниве придал Витя уверенности. Ты скажи, как я людей заряжаю. Да, да. На крузаках, на ML-ях, они ездят. На ML я тут зарядил так человека, что да. Я не думаю, думаю, что он в оффроуд никогда больше не поедет. Мы его больше не видели после этого. Да, кстати, большие удивления. Это из-за тебя все. Так. Что-то все замерли, слышишь? Ждут... Ждут директора танковой. Да. Вот здесь вот, Жень, здесь по самому, левое колесо по самому-самому краю. И ты спокойно поедешь, на второй пониженной поедешь. Ого. Да, водички так добавилось в поряде. Да, да, говорит, я вас смотрю. Я вас смотрю на ютубе, говорит, так приятно вас увидеть. Обрадовался человек. Так, что-то Леня едет, едет, смотри. А по нему колесо так стоит, зачем? У кого, у Нивы? Да. Мост выгнался. Это не колесо так стоит, это мост. А что он не ушел, встал? Хабы включает, наверное. А не, по телефону переговоры ведет. Мы не застрянем, Витя? Руслан. Я ответила на нем. Да, как тут, да. На Опеле? Нет, на этой машине. Глаз радует, да? Вообще, да. Я здесь как машина эвакуации буду. А что с грибком? Какой сломал? Правый передний. А вы что остановились? Ехать, мы все застревали. Я у него, я 6 раз застрял. Я как не ехал, так и застрял. Руслан доезжает на своей машине, включает так первую, чтобы она ехала сама. Выходит с нее. И она едет сама, проезжает все болото, он просто ютуб рядом снимает. А, там где в начале ты имеешь в виду? Да, и потом везде. Так, Нива. Шевроле. Да не, ну тут вообще серьезный. А тут серьезный внедорожник, я тебе скажу. Это тебе не Лада Калина. У тебя Лада Калина была? Нет, Калина. Бог миловал, да? Да, сюда бы сейчас танки запустить, чтобы немножко приготовили почву. Да, да, размяли. Так, Андрюха поехал. Так, ну Нива тут по лайту пока. Там дальше будет интересно. Здесь пока все просто. Прикинь, сейчас Нива посередине их обходит всех. Думаешь? О, там уже место хорошее, там где Леня только что ехал. Не, солнце вышло, дождь не пошел, два раза капнуло. И повезло нам. Дождя, в принципе, хватит. Посмотри, как едет, посмотри, как едет. Я в ней вообще не сомневаюсь, верю, я бы сейчас с удовольствием сел за ее руль. Да не, ну Нива это серьезный внедорожник. Андрюха купил 35-е Сильвера уже на УАЗ. Вот это будет серьезно уже на 35-х.
будет будет сухая трава, она вся всегда сухая. Подожди, Андрюха там борется, стой. Витя, Андрюха там борется. Оп, и выехали. Ровненько, оп. Алло? Да? Добрый. Я и сегодня вот сейчас прям звонишь, но у меня здесь стоит полка. Руслан, ты видел? Да видел, не успел снять. Я забыл. Забыл про него, он так занырнул же капот. О, тут серьезный пилот. Да. Пилот на Ниве очень серьезный. Никто не ожидал такого поворота. Витя, не подъезжай близко, он опасен, Витя! Витя! А я тебе сообщу, что 170 тысяч, но я не знаю, кто не выйдет. Пиво не доедет? Да, на задке, наверное. Бережет передние грибки. Съемку нельзя, да, останавливать. Уже интересных пару кадров не попало. Так они могут оторваться от нас. Тут пока лайт, сейчас будет оффроуд нормальный. Сейчас до центральной лужи рукой подать. Сейчас будет нормально. Вот здесь уже становится поинтересней. Он очень близко едет, Витя, надо оторваться. Глянь, идет на обгон, блин. Выключи ему левый хаб, Витя. Правый, точнее. Так, ну, теперь Нива с ужасом смотрит. Как тут ехать? А ну остановись на секунду. Да, да. Посмотри, что творит. Посмотри, что творит. Леня, все, уже приехал. Нет, еще едет. Леня едет. Он по следам. Ого. Леня, посмотри, что Леня творит. Хорошо, хоть я не сел к Лене. Ох ты ж, елки, жестко. Слышь, он решил Саню, Саню в парадной одежде утопить. Он взял. Андрюха, спасай! Две недели назад. Витя, 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 Леня тонет, Витя. На ML, Летя, Леня тонет. Елки-палки. Это жесть началась. Саня сюда в кожаной куртке приехал. Саня в новой же, в новом костюме, блин. Тихо, тихо. А где Саня? Саня где? Так спереди надо было назад его вытягивать. Витя, Витя. Назад надо его подъехать к заду, чтобы сзади они зацепили лебедку. Вперед его сейчас потащим. Вперед не потащим. Цеплять некому спереди. Так, вон Андрюха едет. Не знаю пока. Дай сапоги! Дайте сапоги! Надо было сзади подъехать.
Блин, Витя, осторожно, тут голова. Человека. Куда едем? Поехали вперед. Зачем назад? Я тоже наговорю. Зачем? Цеплять ты будешь впереди? Как ты зацепишь? Кого? А не Саня. Как-нибудь, Саня в багажнике. Саня в багажнике? Леня, открой заднее окно, чтобы я Саню показал. Витя, подъедь, надо Саню показать. Смотри, разложены Саня. Это номер вообще нереальный. Она вся мокрая, сейчас утонет. Давай, давай. А, подожди, еще Так, а за что ж там зацепить? Мне это парков. А, вон, за лебедку, давай за лебедку потянем. Аккуратно. Что там? Так, подожди, подожди, тут интересный сюжет, вот даже с этого ракурса даже интересней. А тут окно открывается заднее? Да, да. Заднее как открыть окно, Витя? Кого? Окно заднее как Оттуда открыть? С улицы. Открой нам окно, Серега. Серёжек! Витя ведет переговоры с пилотом Нивы. Я... Говорит, тут не глубоко, говорит. Ты мне доверяешь? Тебе надо ехать. Да, конечно, доверяют. Да какие вообще вопросы могут быть? Едешь, а? Я тоже первый раз объезжал. А где рядом с ним опять? Залезь рукой в блузу, получается. Ага. А ну, дай где телефон, сними. Дай или мне дай. Давай тебе с улицы. Андрюха. Нет. А сетку взяли с машины? Это же рулю, не просто пузатерка. Леня, ты машина. У вас это вам не Тойота. Там что, тысяча, что две. Пошла натяжка. Не знаю. Вытащим ли мы его отсюда. Поехали, да? Ого! Витя, осторожно. Вообще не сдвинулся. Не. А что, он не помогает? Сцепы нету. Подожди, он сидит, надо лебедой. Почему я и говорил назад? Давай лебедкой. Подбирай трос, трос подбирай. Сейчас, подожди, Серега трос подберет. Стой, 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 не едь, подожди. Нет, наедешь на трос сейчас. Серега, давай. Может, сапоги тебе дать? Смотри, какие красивые. Ну да. Трос надо подобрать, чтобы он не наехал для начала. Подтянуть на себя, пока он будет ехать. Андрюх, развернись, дай лебедку. Мы его не потащим. Да, сюжет закручен неплохо, я вам скажу. Сейчас. Не, вот что от Лёни я не ожидал. От Лёни? А я же ожидал. Я его знаю давно. Да, неожиданно сюжет закручен, да? Да. Никто даже предположить такого не мог. Слышь, там, видно, Лёне Санина куртка понравилась очень новая. Или Санина куртка такая тяжелая, что Лёня не может ехать. Непонятный вариант вообще. Что происходит, тут все снимают. Саня, там смотри. Серега, посмотри, какие там эти сюжеты показывают. Серега, можешь улыбнуться на камеру? Тебя Серега, снимает. На камерку улыбнись. Что ты не улыбаешься совсем? Я сейчас его нему на капот сяду и размотаю. А он думает, кто его посадил в эту машину, блин. Да. Да. Да, что-то Леня не рассчитал чуть-чуть. В общем, оффроуд у нас бесконечный, каждый день почти, да? Каждый день. Каждый день, блин. Смотри, он меняет машины как перчатки, обрати внимание. Пошел разматывать. Пошел. А дай перчатки. Это руки работяги. Какие перчатки? Задние, левые.
Фродо, сын лесоруба, без перчаток работает. Даже зимой. Ты знаешь Фродо, сына лесоруба, или нет? Нет. Не знаешь? Биатлонист, известный биатлонист очень. Понял. Чемпион мира. Все, пригибаюсь. Куда ты? Пригибаю, чтобы твои съемки были лучше. Да. Давай типа ветер, давай. Давай ветер. Нормально, погода сильный. Погода беспредельная. За стихией. Понял. Серега на тебя посмотрел, недовольно. Так. А мы на УАЗе на БТРовских. Ну куда ты уехал так далеко? Стой! А я все с якорем хочу стать. Да, ну да, кстати, якорем, наверное, надо стать. Ё-моё! Витя, блин, нежнее, ну ты же это. Витя! Может сдвинет так. Так, но, идет. Сюда. Дай, давай. Вот сюда. Дай, зеленую мою красочку дай, пожалуйста. Ну, зеленая тропа такая. Веревочка там где-то сзади. Они, правда, уже мокрые. Но одна сухая, одна мокрая. Давай съешь. Такая зеленая жесть тропа. Тут. Нет, это металлическая. А то зеленая. Или что, нет? Андрюха, дай. А заводили, где она была? Заводили ей. Так, Тойота. Тойоту достали. Но ехать она не очень хочет. Что-то и протраивает. У меня когда-то в Гранд-Чероки была такая проблема после воды. Как не протраивала, а как не работал один из датчиков. То ли коленвала, распредвала, не помню. Распредвала, наверное. Андрюха пытается выехать. Круто. Это круто. Этот УАЗ, смотрите, обратите внимание на скорость по Обуховской. 103-104. Просто. Это вот он, этот УАЗик, и вот он летит. Вот так бывает. Слышь, это еще в дождь ты валил? Да. Охренеть вообще, круто. И едет по танковой он же. Мотор патрол, коробка раздатка патрол, мосты вояки, ну остальное УАЗовское все. Это же новые сапоги, знаешь, что ты делаешь? Такое? Это лейба. Это значит, что они новые, если они вот так связаны. Да? Да, это лейба, я узнал. Так ты пойдешь в них по болоту сейчас? Не, я буду пока по окраину ходить, ты что? Новые сапоги в болото, да, конечно. Так надо их хотя бы натереть, чтобы они были блестели. Да, есть что-нибудь? Трём. Есть что-нибудь? Нет. Силикон? Ну как, нет. Щипчики есть для колена? О! Поехали. А где Леня? Леню подождите. Ты видишь его? Конечно. Где же Леня? Вон он. Ну, уверенно идет, да? Да. Я думаю, что наконец-то остался. Вот да, он, Леня, форточку. Любимое место вот такое. Руслан, посмотри, вот. О, УАЗик подсел, ёлки. Да ладно. Не, говорили, что такого никогда не будет. Да не, УАЗик этот не может застрять, это серьезная машина. Андрюха купил. Круто. На коксе, блин, патрулевский мотор просто сверлит. Нереально. Весело тут, Андрюхе. Да. А что там, ноги в воздухе были, не? Ну да. Слышишь, а что Макс продал УАЗ, знаешь? А? Че Макс продал УАЗ? Сиденье, видишь, износилось уже. Так, не, ну все. Он, знаешь, что мне сказал?
попользуйся, передай другому. Это его смысл жизни. Правильно, да, да. И я говорю, Макс, такая же фигня. Я так хотел, говорю, быть на самой большой машине. Я так не хотел ее строить. Спасибо тебе, что ты мне ее продал. А тут она сразу, это Витя переходит просто. И оригинальный переход такой. Поехали. Прошел через улицу. Так, новый пилот. На первой пошел красиво. Блин, пилот серьезный, я лучше опущусь вниз. Да, я на вторую включаю. Я ехал сегодня на первой только. Да? А уже на вторую едет, ты понял? Стоять, Нива едет, Нива едет. Нива в полном стоке. Мы любим машины в стоке тестировать иногда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не, нормально. Нормально. Показываю ему куда. Конец первого этапа. А туда что, мы дальше поедем? Ну конечно, а что? А вдруг мы застрянем? Ну Нива там, да. Мне его тут лучше оставить, наверное. Да, ну останови меня здесь, я говорю, стой. Вот так. Ищи, ладно, пойдем. Чуть-чуть вперед. Блин, круто идет Нива. Первая, поехали. Давай. Оп, стоп. Стоп. Так, Витя расчищает. Я это колесо в прошлый раз тут носил. Оп. Сел, да? Ой, сейчас сядет. А не, слушай, она едет поразительно. Не, едет хорошо. Да? Да, да, у него колеса стоят, координаты вот эти. Ну, давай. Отъезжай, отъезжай. Давай, давай. Да, неплохо идет. Ох, тут жестко. О, стой. Даша, стой. Нива бочком идет. Ох, блин. Да, ты что, она пройдет? Даша, стой. Стой. Не-не, останавливайся прям в воде. Да, давай назад еще чуть-чуть. Как шестая она. Это четвертая. Надо вдавить чуть-чуть. Ага, вот она. Зеркала электро, подрегулируй себе. Все, хватит. Ага. Нива выскочила. Давай, поехали. Ага. Да, поехали. Подожди. Блин, Андрюха закрыл Ниву. Андрюха, елки-палки. Поехали. Закрыл самый сюжет. Ну Нива проехала ту лужу мощно. Что ж ты закрыл звезду главную, елки-палки? Андрюха, закрыл звезду. Ох, блин. Давай, красавчик, молодец. Поехали. Вот это мочит. Пошел на обгон, ты посмотри, что творит. Слушай, как она показала на Калинину, это вообще. Ты уже Ниву хочешь или что? Я уже думаю, да. Сейчас буду с ним торговаться. Давай. Она и затонирована уже, посмотри, какая красивая. Как она мчит, посмотри, что делает. Да вообще, он что-то почувствовал силу, да? Это мое вдохновление, Руслан. Иди, мне надо со... Ну на второй участок я бы его не брал. Прямо. Выворачивай. Право, да. Поехали. Серьезный пилот продолжает пилотировать. Ух, ёханый бабай. Даня, все, остановись, Даня, все. Вот это пилот. Да. Пилот. Сань, ты не утонешь, садись сюда. Саня, что ты не намок?
Не, чуть-чуть, вот видишь, вот это-то и все. Это не считается. Пока быстро вот так лазил, чуть-чуть зачерпнул. А так нормально. Так, Женек, ты где? Ты понял, что он туда заехал? С какой целью вообще? Андрюха! Андрюха! Это Женя! Это... А, Андрюха! Какой? Поехали! О чем? А кто это? Патрол? А? На FG, лянь, там две машины догоняют. А? Да, FG и... А нет, у меня ключ, это одна машина есть. Едут машины. Женек. Женя, тут, там, наверное, лучше тут оставить будет. Там дальше немножко сложновато будет. Женек, я бы не слушал. Вот ботиночки мне придают уверенности. А, ты в новых, да? Да. Показывай. Ты что, держит пяточку замечательно. Ну, пальчик прям здесь, надо, по мне. Так четко, как натирали вот так вот. Раз, раз, раз. Да, да ну ты что, в таких и война по колено. А где ты их такие? Какой-то... Да, и... Какая-то серьезная машина нас догоняет. Воу! FJ Cruiser. Здравствуйте! Ого, тут заряжена машина, даже сантраки на крыше. Даже вода в паре. Просто, уже будешь подготовлен. Ну сейчас Дашка проедет.